Всем привет! С вами Евгения Каландина. Сегодня мы продолжим вязать зайчиков, вернее, мы их начнем вязать, а одежку мы уже сделали в прошлом видео, в прошлом мастер-классе. Будет парочка вот таких зайчиков, очень красивые, симпатичные, с большими ресничками. Я, кстати, вас научу, как их делать. Что нам потребуется для мастер-класса? Связала я зайчиков вот из такой пряжи, Янард Christmas. Увидела эту пряжу первый раз, мне понравилось из нее работать. Это 100% полиэстер, 50 грамм, 142 метра. Пряжа очень интересная, блестящая. Не зря она называется Christmas. Цвет у нее не чисто белый, он такой больше как с желтизной, молочный, какой-то такой оттенок с блестящими ворсинками. В нашем магазине цена такого мотка 100 рублей. Зайчика я одного связала, вот что у меня осталось от моточка. Вот такая интересная ниточка. Для вязания зайчиков вы можете взять любую другую с ворсом, будет он более естественный, более красивый. Также вы можете зайчиков вязать из любой пряжи. Для наполнителя я использую холофайбер. Я взяла две пары глаз. Глазки коричневые, к сожалению, у нас небольшой выбор в магазине. Пара таких безопасных глаз стоит у нас 35 рублей. Чтобы у зайчика были красивые реснички, мы ему будем приклеивать накладные ресницы. Покупала я их в обычном магазине, где продается косметика, бытовая химия. Стоимость 79,90, хватает на две пары глаз, на двух зайчиков. Есть, конечно, реснички подороже, я взяла специально недорогие. Из инструментов нам понадобятся ножницы, маркер, толстая иголка, крючок у меня номер 2. Также любой клей, какой-то клей или супер, или момент. Совсем немножко, чтобы приклеить реснички к нашим глазкам. Совсем немного черной пряжи, чтобы вышить зайчиком носик. Приступаем к вязанию. Делаем 2 воздушные петельки, из них вывязываем 6 столбиков без накида. Первое, что мы с вами будем вязать, это ушко. Провязали первый ряд, проверяем количество, 6 столбиков. Во втором ряду вяжем с прибавкой. Из каждой петли вывязываем 2 столбика. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и 12 столбик. Закончили ряд, получилось 12 столбиков без накида. Следующий ряд снова вяжем с прибавкой, только через петлю делаем прибавку. Первый столбик провязываем один, во второй с прибавочкой, второй и третий столбик провязываем. Следующий столбик один, четвертый, дальше снова 2, пятый, шестой. Седьмой столбик один, следующую петлю, восьмой, девятый, 2 столбика вывязываем. Десятый один. 11 и 12, 2 столбика вывязываем. 13 1, 14, 15 из одной петли. 16 1, в последнюю петлю прибавочка, 17 и 18 столбик без накида. Провязали ряд, 18 столбиков без накида у нас получилось. Теперь ставим маркер. И нам нужно провязать 15 рядов по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Их вы провязываете сами, и дальше снова будем вязать вместе. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов. Делаем соединительную петлю. Ниточку отрезаем подлиннее, чтобы сразу этой нитью и пришить. Наше ушко к голове. Закрепляем нить. Ушко готово. Пришивать мы его будем вот так внизу сложим. Набивать мы его не будем. Вяжем 2 вот такие детали. Переходим к вязанию верхних лап.
Снова делаем 2 воздушные петельки, провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Первый ряд провязали, вяжем второй ряд с прибавками. Из первой петли первый столбик, второй. Из второй петли третий столбик, четвертый и так далее. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и 12-й. Последняя прибавочка в этом ряду. Получилось у нас 12 столбиков без накида. В следующем ряду также вяжем с прибавками. Первый столбик провязываем один, из следующей петли второй, третий столбик. Далее четвертый. Снова 2 столбика из одной петли. Пятый, шестой. Седьмой столбик один, из следующей восьмой, девятый, 2. Так мы вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида. Довязываем этот ряд. Проверяем количество. Ставим маркер, обозначаем конец ряда. Теперь провязываем ряд без прибавочек и убавочек самостоятельно. Переставляем маркер, теперь будем вязать с убавочками. Первый столбик провязали, второй, третий вместе. Четвертый провязываем один, пятый, шестой вместе. Седьмой столбик снова один, восьмой, девятый вместе. Десятый один, одиннадцатый, двенадцатый вместе. 13-й 1, 14-й 15-й вместе. 16-й 1. Снимаю маркер, чтобы не мешал, и делаю последнюю убавочку в этом ряду. 17-й 18-й столбики вместе. Проверяем количество петель, должно остаться 12 столбиков без накида. Переставляем маркер, чтобы обозначить конец ряда, и провязываем 6 рядов по 12 столбиков без накида в каждом. Их вы провязываете самостоятельно и дальше продолжим вместе. Провязали 6 рядов, теперь наполняем нашу лапку холофайбером. Теперь мы будем делать убавки до конца вязания. Первую, вторую петлю вместе провязываем, третью и четвертую, пятую и шестую, седьмую и восьмую, девятую и десятую, одиннадцатую. И 12-ю. У нас осталось 6 столбиков без накида, мы продолжаем вязать с убавками. Снова 2 столбика вместе. 2 следующих столбика тоже делаем убавку. После этого делаем соединительную петлю, ниточку обрезаем. Не забывайте хвостик оставлять подлиннее, чтобы сразу этой нитью пришить лапку к телу зайчика. Вот такая лапка у нас получилась, вяжем 2 детали. Приступаем к вязанию хвостика. Делаем 2 воздушные петельки. В дальнюю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Проверяем количество, 6 столбиков. Следующий ряд вяжем с прибавками. Из первой провязываем 2 столбика. Первый, второй. Дальше следующую петлю, третий.
четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ниточку мы закрепили, самый хвостик прячем внутрь детальки. Восьмой, девятый, сюда же десятый столбик, последняя прибавка, одиннадцатый и двенадцатый столбик. Проверяем количество, должно быть 12 столбиков без накида. Следующий ряд. Один столбик, в следующую петлю прибавка, второй, третий. Дальше четвертый столбик, один, пятый, шестой в одну петлю. Седьмой, один, восьмой, девятый, тоже из одной петельки. Десятый, один, одиннадцатый, двенадцатый столбик из одной петли. Тринадцатый, один, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый снова один, семнадцатый, восемнадцатый, последняя прибавка в этом ряду. Проверяем количество, должно быть 18 столбиков без накида. Теперь провязываем один ряд без прибавочек, 18 столбиков без накида. Их вы провязываете сами и дальше снова вяжем вместе. Провязали этот ряд, теперь будем делать убавочки. Первый столбик, один, второй, третий вместе. Четвертый, один, пятый, шестой провязываем вместе. Седьмой снова один, восьмой, девятый вместе. Десятый, один, одиннадцатый, двенадцатый снова вместе. Так мы провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас останется 12 столбиков без накида. Довязали этот ряд, проверяем количество. Следующий ряд мы снова вяжем с убавочками. Провязываем каждые 2 петли вместе. Первую, вторую, третью, четвертую. Пятую, шестую тоже вместе. Седьмую и восьмую. Девятую. Десятую вместе. Последняя убавка в этом ряду. Одиннадцатую, двенадцатую провязываем вместе. Проверьте количество. Должно остаться 6 столбиков без накида. Пока у нас полностью отверстие не закрылось, мы наполняем наш хвостик холофайбером. Наполнили хвостик, теперь будем делать убавки до конца вязания. Каждые 2 петельки мы провязываем вместе. Первую, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. В самом конце делаем соединительную петлю. Ниточку обрезаем подлиннее, чтобы ею пришить наш хвостик к зайчику. Хвостик готов, переходим к вязанию следующей детали. Провязываем 2 петельки. Из них вывязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Первый ряд готов. В следующем ряду вяжем с прибавками. Из каждой петли вывязываем 2 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ниточку закрепили снова между столбиками, хвостик спрятали. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Проверяем количество петель, должно быть 12 столбиков без накида. Первый столбик провязываем один, во второй делаем прибавку. Четвертый один, пятый и шестой из одной петли. Седьмой один,
восьмой, девятый из одной петли, десятый, один, одиннадцатый, двенадцатый из одной петли. Так мы делаем прибавочки до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида. Проверяем количество. Теперь мы провязываем один ряд, 18 столбиков без накида, самостоятельно. Пока мы с вами провязываем этот ряд, хочу сказать, что мастер-класс наш подходит к концу. Мы сегодня большие умнички, связали ушки, лапки, хвостик. И, скорее всего, будет только одна часть по зайчику вместо двух, как планировалось, голова, тело и сборка сразу в одной части. Кто вяжет по моим мастер-классам, всем большое спасибо за то, что вяжете, смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Жду от вас фотографии в соцсети, вы их можете мне присылать. Теперь нам осталось закончить лапку. Вяжем ряд с убавочками. Первый столбик провязываем один, второй, третий вместе. Четвертый снова один, пятый, шестой вместе. Седьмой один, восьмой, девятый вместе. Десятый один, одиннадцатый, двенадцатый снова вместе убавочка. Тринадцатый один, четырнадцатый, пятнадцатый вместе. Шестнадцатый один. 17, 18, последняя убавка в этом ряду, вместе провязываем. Проверяем количество петель, должно остаться 12. Ножки мы набивать не будем, мы их складываем. И теперь провязываем две стороны вместе, столбиками без накида. Первый столбик, второй, третий. Четвертый, пятый. В конце делаем соединительную петлю. Ниточку отрезаем, закрепляем. Мастер-класс подошел к концу. Всем спасибо за внимание. С вами была Евгения. Пока-пока!